Второй финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду стартовал на шадринском стадионе «Торпеда». Местом проведения мировых соревнований Шадринск становится уже в третий раз. Участников и болельщиков приветствовали вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов и глава Шадринска Людмила Новикова. Я уверен, что шадринский стадион «Торпеда» даст возможность мотогонщикам показать наилучшие результаты. И я желаю участникам соревнований воли к победе, сосредоточенности и, конечно же, удачи. То, что мы сегодня получили доверие Международной мотоциклетной федерации принимать у себя спортсменов мирового уровня, это говорит о том, что шадринцы имеют хорошее достижение в этом виде спорта, ну и, конечно, хороший прием организационного комитета. И я хочу сегодня поблагодарить всех членов оргкомитета за подготовку международных соревнований. В борьбу за победу вступили 16 гонщиков из 5 стран мира – Австрии, Германии, Швеции, Казахстана и России. Состав жюри также международный. Президент жюри из Финляндии, главный судья из Польши. Россию представляют гонщики Дмитрий Колтаков, Дмитрий Хамицевич, Динар Валеев, Никита Толокнов и Даниил Иванов. Первый же день соревнований не обошелся без напряженных моментов, падений и перезаездов. Напомним, что личный чемпионат мира состоит из 5 финалов. Первый состоялся неделю назад в Казахстане. Второй в эти выходные принимает шанс. Из-за Уралья спортсмены отправятся в Германию. Там пройдут третий и четвертый финалы личного чемпионата мира. Завершится борьба в конце марта в Нидерландах.